Всем привет! Сейчас вам расскажу немножко про сотовую связь, всеми нами известную. Вот, в общем, нам нужен был номер, обычный номер, сим-карта нам нужна была. Мы хотели заказать сначала, заморочиться через сайт, какой-нибудь красивый номер, ничего, в общем, у нас не получилось. Решили ехать в салон МТС. Приехали. Девушка нам дала, значит, кучку сим-карты, говорит, выбирайте. В общем-то, мы выбрали карту, какая, ну, какой нам номер, да, понравился, выбрали. Значит, там не тариф. Мы выбрали 350 рублей в месяц обслуживания. Ну, устраивает, устраивает. Гигабайты там, смс-ки, все как бы устраивает. Вот, мы приехали домой и решили перейти на другой тариф. Оказалось, что мы на него не можем перейти. По той причине, что, оказывается, этот номер, который, ну, на сим-карте, он в акции, да, он участвует в акции. Вот. И перейти на другой тариф мы можем, там то ли 3, то ли 4 тарифа перечень идет, значит, на который мы можем перейти. Вот, но если мы переходим на какой нам нужен тариф, а нам нужен определенный тариф, вот, получается, что нам надо заплатить, но за это еще дело за все 1000 рублей, чтобы мы смогли перейти на тариф, который хотим мы. Вот, и что оказалось, вот в чеке, вот договор, в общем, у нас, тут ни слова нету, что мы участвуем в какой-то акции, что это какой-то золотой номер, вот, и оказывается, вот здесь вот в чеке мелко написано, что сим МТС не тариф, золотой номер 350 рублей, подписка МТС премиум, кто бы об этом сообщил, нигде об этом не говорится, на сим-карте нигде это не прописывается, то есть, в общем, это был сюрприз. Я вообще вам к чему это все говорю? Будьте внимательны, потому что на самом деле получился какой-то лохотрон. Вот пришли обычные люди купить сим-карту, и тут дома уже выясняется, что туда 1000 заплатить, а мы пытаемся перейти на другой тариф, а он нам пишет, недостаточно средств. Как недостаточно, если на счету там 400 с лишним рублей? Как недостаточно? Если тариф, на который мы хотели перейти, стоит 200 рублей. 200 абонентская плата, 200 интернет, ну 400 получается. Тем не менее, в общем, нам прислали письмо, что если вы хотите перейти на другой тариф, какой вам нужен, мы должны заплатить 1000 рублей. В общем, что мы в шоке, это не сказать ничего. Вот, то есть вот он чек, пожалуйста, вот здесь все вот. Видите, МТС премиум. Стоил он 350 рублей. Не знаю, видно? Не видно, расплывчато. Вот, так что вот такие вот дела. Будьте осторожны, оказывается, вот поспешили, надо все это читать, изучать. И самое главное, что даже не договор, в договоре ничего нет, который пробежали мы глазами. Это было в чеке, да, но чек, не знаю, не всегда чеки читаем. Ну, может, это наша, конечно, ошибка, но... Тем не менее, будьте аккуратны, потому что сидят там вот в салонах девочки-мальчики, моргают глазами, строят из себя, что ничего они не понимают, и выбираете сами. И в итоге получается такой результат, чтобы перейти на другой тариф, надо целую 1000 рублей заплатить. Может, кому-то, конечно, 1000 это и небольшие деньги, но это неприятно. Так что всем пока, если какие вопросы, пишите, комментарии пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!